Каждая игра для Каустика – это своеобразный экзамен, и каждая команда является серьезным соперником. И хотя краснодарский «Скиф» является нашим соседом по турнирному раскладу и, так сказать, братом по несчастью, соперник он опасный и неуступчивый, что и показал отчетный поединок. В этой встрече мы увидели на площадке практически все, что включает в себя его величество гандбол. Красивые атаки, заброшенные мячи, жесткая, но в пределах правил борьба. И, разумеется, потери, нереализованные моменты, но без серьезных провалов. Матч проходил в равной борьбе, команды не уступали друг другу. Хозяева вели в счете с первых минут, вот только далеко оторваться скифы им не позволяли. 1, 2, максимум 3 мяча, и то ненадолго. Об этом и говорит счет после первого тайма – 14-14. Во второй половине игры команды не изменили своей манере и продолжили бодаться, и в который раз исход поединка решился в самой концовке. Каустик, наверное, сыграл более дисциплинированно, а так всю игру сами видели, качели были. И где-то они, конечно, нас и подломили. Поэтому результат 3 потери, вот и 3-4 мяча результат на табло. Поэтому будем работать дальше. Слишком понятно, на этом фоне много ошибок. Проигрывать 5 мячей, всю игру там до 3 мячей отыгрываться, это тяжело. Провалами с такими, с ошибками. Понятно, много физически пришлось выкладываться, то, чего не хватает сейчас. Но, тем не менее, фактически все равно считать, что не сдавались до последнего. Каустик, да, Каустик просто нас сейчас перебегал, считаю, физически. На наших ошибках наказал нас. На этот раз крепче нервы и точнее броски были у Каустика. И как итог, долгожданная победа со счетом 32-28. Которая, хочется верить, вселит уверенность в нашу команду и станет отправной точкой для достижения положительных результатов. Было переживание, что ребята после Сангуля руки опустят. Но проявили характер, собрались, сыграли, я считаю, достойно. Да, с ошибками, но это позволило все равно одержать победу. Тем более команда Краснодара играла до последнего, упиралась. И до последней минуты не было спокойствия и уверенности в победе. Ну, слава богу, что так все закончилось. По вторую игру мы не проваливаем вторые таймы. Вот, если по игре с Перми 2 тура назад второй тайм был полностью провален, мы первый тайм вели. Вот, во втором тайме сыграли ужасный отрезок. Вот, то здесь как бы при игре с Сунгулем прошлой и сегодня игра была. Вот, у нас как-то вот второй тайм у нас лучше стал получаться, слава богу. Вот, но все равно... Мы повели, сделали отрезок хороший и чуть это преимущество к концу игры не распустили. Хорошо, что так вот сложилось. В турнирной таблице мы пока остались на последней строчке, но 4 очка в активе уже вселяют хороший оптимизм. Следующий матч 4 марта в Москве против одного из фаворитов чемпионата ЦСКА. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».